Четвертый месяц подряд в крае гуляют грипп и ОРВИ. Но их разгул, говорят специалисты, уже подходит к концу. Правда, есть еще закрытые на карантин группы в детских садах и даже целые школы. Но уже третью неделю подряд детей ОРВИ болеет все меньше, а вот взрослых стало на 10% больше. Сейчас тоже меняется циркуляция вируса. Если в ноябре, в декабре у нас циркулировал вирус гриппа H1N1 пандемический, то сейчас уже присоединился и превалирует вирус гриппа Б. А именно Б, как выясняется, зачастую замыкает циркуляцию вирусов ОРВИ и гриппа. Но прежде чем попрощаться, он успевает изрядно вымучить. Болеют им долго и с осложнениями. Примечательно, что на таком фоне начал проявлять себя и ковид. Его подъем сейчас подтверждают специалисты Роспотребнадзора. Сейчас тоже циркулирует омикрон, то есть мы как бы к нему уже привыкли, уже часть защитилась вакцинацией, поэтому да, регистрируется, имеется место подъем, но он не такой большой, как был в прошлом году. Так, в феврале 2022 в крае за неделю регистрировали больше 30 тысяч больных коронавирусом. Сейчас же около 500. И такая статистика обнадеживает, говорят в Роспотребнадзоре. В этом году корона давить не должна. Елена Макаренко, Андрей Печоркин. День с толком.